Всем привет, с вами Жданов Иван и Жданов Василий. В этом видеоуроке мы рассмотрим 5 упражнений для игры и тренировки удара и то спина справа. Я выделил эти 5 упражнений, потому что они довольно-таки эффективны, тренируют как передвижение, так и игру в различных зонах. Также эти упражнения они являются первым шагом для того, чтобы уже повысить свой уровень в игре на счет и повысить, можно сказать, свои результаты в турнирах. Давайте приступим. Первое упражнение – это игра по диагонали справа направо. Там могут быть различные вариации. Сейчас мы покажем. Поехали. Это самое такое базовое первое упражнение, которое мы должны начинать, когда мы только пришли к столу. Я показал игру непосредственно из ближней либо средней зоны. Акцент делается, как правило, на игру корпуса. Руку мы можем закрепить как раз прямо у корпуса и играть только корпусом. Это упражнение хорошо тем, что оно как раз прогревает наш корпус, наши широчайшие мышцы, нашу спину. И как раз позволяет разогреть весь организм и подготовить его к дальнейшим нагрузкам. Различные вариации игры по диагонали могут быть такие, как игра случайно в квадрате, либо игра право-центр. Сейчас покажем игру право-центр. Игра право-центр, она направлена непосредственно на передвижение, то есть тренировку игры как раз из правого угла и центра. То есть здесь важно как раз перемещение у стола. Раз, два. Уже включаются ноги, то есть мы уже подключаем к игре непосредственно передвижение. Третье упражнение, которое я выделяю, это игра по прямой. Мы покажем вариацию игры справа по прямой. То есть главное здесь идея в том, что мы должны играть более коротко, нежели по диагонали, потому что прямая она более короткая, нежели чем диагональ. Поехали. Вот так. Следующее упражнение тоже такое довольно-таки интересное и уже более сложного уровня. Это веер, это игра получается по трем точкам. Она включает в себя, получается, игру как право-центр, право-центр, но еще добавляет левый угол. Как здесь можно играть? Мы покажем вариацию, когда играется право-право, и здесь играется слева. Вариация может быть, когда играется право-право-право. Это уже когда у нас игра идет тренировка уже дальней либо средней дистанции. Поехали. Так, и последнее упражнение, пятое, это у нас уже игра в левом углу. Здесь уже тренируется перескок, когда мы играем по левой диагонали, и наша задача перескакивать в левом углу, делая удар справа, удар слева. Это упражнение, я бы сказал, это классика, потому что она позволяет тренировать как раз начало игры, начало атаки из левого угла. Это, можно сказать, ключевое упражнение для тренировки уже таких играющих спортсменов. Поехали. Тоже вот данное упражнение, это получается уже смесь, это игра право, центр, здесь играется перескок лево-право. О данных упражнениях более сложного уровня мы расскажем в следующем видео, покажем, как они делаются. С вами был Иван Жданов, Жданов Василий. Спасибо, что нас смотрите. Если понравилось видео, ставьте лайк. Спасибо за внимание, пока.